Всем привет! Меня зовут Ира Лещик-Третьякова. Я веду вокальную йогу. Мы готовимся к поездке в Турцию, где мы будем заниматься йогой и голосовыми практиками. Сейчас я покажу вам несколько упражнений для того, чтобы поднять свою сексуальную энергию с помощью вашего голоса. Для начала выровняем спинку и уберем прогиб. Если у вас здесь он есть, нужно сделать вот так. И еще раз проверьте. Теперь возьмем себя за локти вверх, вытянемся в арочку. И снова-таки, если у вас появился прогиб, мы его уберем. Можно опустить руки. И теперь мы сделаем такое упражнение. Я покажу, вы смотрите. Таким образом мы набираемся энергии у земли и поднимаем ее вверх. Ну что ж, попробуем вместе. Закройте глаза. Поехали. Ну что ж, я надеюсь, вы прочувствовали свою сексуальную энергию и направили ее с помощью ваших голосов вверх. Для того, чтобы начинать заниматься йогой, а тем более вокальной, вам лучше пойти в парк. Приходите ко мне в Мариинский парк каждую субботу в 8 утра. Все подробности на моей страничке.